Красная лента – это символ борьбы со СПИДом, обязательный атрибут акции, посвященный тематике ВИЧ во всем мире. Красная ленточка – это символ сострадания, поддержки и надежды на будущее без СПИДа. Вирус иммунодефицита человека был выделен в 1983 году в двух лабораториях – в Институте Пастера во Франции и в Национальном институте рака. В СССР первый случай СПИДа был зарегистрирован в 1982 году. У ВИЧ-инфицированной девочки и ее матери, которая в 1978 году была невестой студента из Африки, тот через несколько лет умер от СПИДа. Вирус не передается при поцелуях, ласках и других близких физических контактах с человеком, являющим носителем вируса. Он также не передается при дыхании, когда вы дышите одним воздухом с человеком, зараженным вирусом. Вирус также не передается через кашель или чихание. Заражение ВИЧ может происходить при переливании крови, использовании зараженных игл или шприцов между матерью и ребенком во время беременности, родов. Даже в настоящее время не созданы вакцины против ВИЧ. Интересно, что за 30 с лишним лет с того момента, как ученые открыли этот вирус, у некоторых наблюдаемых инфицированных пациентов признаки и симптомы ВИЧ-СПИДа до сих пор не появились.